Что это такое? Кто подсказывает? Да. Да. Да, вот что? Что с этим делать? Может, это Т, и под ней уже Д. Ну, К это что ли? Это К, но не К же. То есть первая, вторая, то есть ну, у нас вот вертикально, я просто смотрю урок, да, как мы записывали. То есть там, где уже носовые мы записывали или нет? Так, в самом конце. А, ну тут есть джина у нас такая, да? Это она, все, я поняла. То есть я просто увидела вот этот хвостик, как у Д там закружился, а это Р там, да, получается еще? Или... Нет. Да. Ну, тогда это как мы читаем? Как джна? А, тогда следующее получается бда. Да, верно, так? А, бда, а, по, далее. Ого. Так. Тут вертикальная. Точно нижняя это ва, а верхняя. А верхняя, получается, это, наверное, будет у нас ха, да? Да. Неопознаваемых. Ну, тогда щва. А, все, я поняла. Это еще ша, да, ша и ва, и ве, да? И еще, да, и еще между ними та, да, та. Штва. Так, и теперь мы первую читаем ша, да, штва. Штва. Так, и теперь здесь тоже ша, а нижняя кружочек. А. Закрытая это ванова, похоже. Так, закрытая вал. Это тоже в неузнаваемых или узнаваемых? А. Это Д, да? Д. Ну, нет, нет, не Д, а Д. 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 Ну, нет, я имею в виду другой. Да. Да, это придыхательно. Это тха. А. Тха, да? Всё. Тха. То есть, получается... Штха. Да, и тогда дальше получается дха. Просто написать не смогла я. Записать я это не смогла сама. Угу. Спасибо. Да? Да. Га и да. А вы меня не слышите? А я вас слышу. Да. Два. Ха.
Гдх. Гдх. Троечка развернутая, не закрытая, это дх. До этого га, то есть гдх. Га и да. Гдха. Га и дх. Нет. Да. Гдх. Гна. Гма. А, да. Гдха. 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 Нет, Г, Георгий, Гдха. Гдха. Бхья. Ой, бхья, бхья. Я шма, шма, ша, шна. Первое щ. Нет. Значит, ш. Ха, ха, хма. Хма. Хма, хья, бья. Я могу попробовать, но я, вы знаете, я 8 лет все-таки ничего не делала. Я не уверена, что я сейчас все прочитаю. Сейчас попробую. Ну, давайте, у меня просто... Ну, хорошо, давайте попробую так. РБХ? Все, поняла. Да, сейчас. Да, я поняла. Так, момент. Так. Сейчас я... забыла эту первую букву. А, электронный есть. Сейчас, секунду. Точно, я не подумала посмотреть в учебник. Момент, сейчас. У меня есть учебник, да. Сейчас я найду эту букву. Я ее, конечно, знаю, но... Все, я поняла, да. Так, точно, это же Са. Боже, как я могла его забыть? Ой, кошмар. Так, Са, все правильно. Так. Тогда это... Сбха? Нет? Был бы. Да, поняла. Да. Да. Ну, тха, но тха там разрыв. Это не. Это тха, да? С тха. Прошу прощения, нет. Все, я поняла. Разрыва нет. Да, я привыкла к разрыву. Ничего не меняет. Да. Стха. Ой, сори. Стха. Угу. Так, дальше сна. Потом спа. Потом ндха. Мна. Мпа. И... в я.
А, все, да, бья. Прошу прощения, бья. Так, и последнее у нас хитрованское. Ну, внизу-то это... Так, внизу это у нас... На ча, что ли, похоже? Это у них ча такая? Так, внизу ча. А наверху похоже на... Не узнаю наверху. Ча. Нет, я ее не узнала, да. Я первый раз такую, видимо, лигатуру вижу. Ща. Там меняется, да. Так. Да. Да, слышно. Нтья. Нтья. А, сейчас. Нтра. Лма, лья, два, два, чья, о не, дья, и сейчас пла.